Привет, все мои дорогие друзья! А сегодня я бы хотела с вами поговорить и рассказать о тех шампунях, о тех средствах, которыми я пользуюсь сама по уходу за волосами. Я уже неоднократно упоминала о том, что я недавно стала, с недавних времен, пользоваться очень хорошей компанией. Это веганская компания, которая изготавливает просто шикарные продукты, которые помогают укрепить, улучшить состояние волос, при котором возможно, потом идет хороший рост, объем, так сказать, value ваших волос. Я хотела бы вам показать то, что у меня есть, какие есть у меня продукции. В общем-то, эта компания, она изготавливает все свои продукты на основе натуральных продуктов. Они используют никаких сульфатов, никаких гормонов, и не испытывает на животных. И ингредиенты в этих продуктах только натуральные, которые подходят для любых типов волос, и окрашенных, и сеченных. И помимо того, что оно будет очищать, увлажнять ваши волосы, также еще это продукция, которая лечит ваши волосы, потому что в состав продукта входит очень шикарная комбинация средств, которые помогают увлажнять, наполнять, освежать ваши волосы, лечить, залечивать, потому что в наше время, вы знаете, сейчас такая жизнь, что, во-первых, идут солнечная радиация, мы ездим, где-то пыль, где-то экология какая-то нехорошая, и все это сказывается на свойства и качество наших, так сказать, волос. Я тоже совсем недавно узнала об этой уникальной компании, и буквально за короткое небольшое время, которое я использую, я просто в нее влюбилась, в эту компанию, и, так сказать, буду продолжать использовать сама, потому что я вижу шикарный результат моих волос. Посмотрите, волосы стали блеск, они стали расти, длина такая стала хорошая, затем волосы чувствуются ухоженные, красивые, не такие, знаете, не скомканные, не сухие, а наполненные, живые, мягкие, эластичные, так сказать, смут, очень стали, и чему я очень рада. Я раньше для того, чтобы у меня сами волосы по конструкции, они сами по себе тяжелые и прямые, вы не думайте, что это кудри, это делала я, и так как я постоянно очень часто кручусь, я покупаю в этой же компании протекшн для волос, для того, чтобы будет предохранять мои волосы. И также одновременно я делаю лечение, которое предохраняет мои кончики волос, маски делаю, которые наполняют, питают мою кожу, скрабы, которые делают для скальпеля, потому что как мы ухаживаем за нашим лицом, чтобы оно было красивое, потянуто, точно так же надо ухаживать и за нашим скальпелем, потому что оно прикрыто волосами, мы не видим, а точно так же кожа там, она стареет, она теряет свое свойство эластичность, и отсюда идут выпадания наших волос, потому что луковицы корней становятся тонкие, они не держатся, постоянно мы моем, а тем более в шампуне, если вы пойдете в магазин и посмотрите, какие ингредиенты включены в эти шампуни, сейчас я стала этим интересоваться и читать, раньше тоже не задумалась, шла тоже что-то подешевле, что-то лишь бы на свою голову или вообще в организм положить, но с того момента, как я стала очень тщательно за этим следить, за своим здоровьем, стала инвестировать в себя, в свое здоровье, в свою внешность, я стала получать просто ошеломляющий результат, и, конечно, я вижу, как улучшается моя кожа, как улучшаются мои волосы, и чему я очень рада, потому что с годами уже все, сам организм не вырабатывает достаточно тех нужных витаминов, которые могут поддержать и наше же здоровье, и наши же волосы, все это укреплять, поэтому нам надо использовать ту продукцию, которая нам будет в этом очень хорошо помогать и поддерживать. Я хочу вам показать, что есть у меня в этой компании, различные линии. Линии женские для женщин, линии для мужчин и даже для детей.
есть. Вот я собираюсь тоже своим внучатам купить, так сказать, чтобы у них сразу росли волосы хорошие и здоровые, и потом в будущем не было проблем. Вот у меня тоже два сына, и почему-то вот у старшего сына хорошие волосы, а у младшего сына немножко проблемы. У него уже, он молодой, но уже начинает залысина, уже выпадают волосы. Вот, что-то значит, либо это внутри не хватает, либо сама структура волос очень тонкая и как бы не держится на голове. Поэтому, чтобы это избежать, тем более в молодом возрасте, очень многие ребят комплексуют. И вот я знаю еще одного человека, который тоже очень комплексует по этому поводу. А кто-то как бы спокойно к этому относится. Но если в молодом возрасте терять волос, да, это уже как бы тоже не очень хорошо. Вот у многих женщин во время родов что-то, когда они становятся, носят ребенка, и потом они рожают детей, и что-то у них происходит, какой-то дисбалансом, гормональный дисбаланс или что-то в организме. Тоже я знаю таких людей, которые, в общем-то, вообще теряют волосы, особенно для женщины это очень важно. Если для мужчины еще ладно, он как-то мужчина, как говорится, и всегда мужчина остается с волосами, но нету, для женщины это, конечно, трагедия, когда женщины выпадают просто пучками, лезут волосы, вот, и женщина не может это восстановить. Она, я знаю, вот одна женщина, она и селениум пила, и что только она не делала, заказывала дорогущие препараты из Москвы, из России, там везде, но тем не менее это ей не помогало, вот именно после того, как она родила, понимаете, пошел какой-то дисбаланс. Конечно, надо и внутренне лечить организм, то есть надо пропивать такие специальные препараты, дополнять аминокислотами, минералами, тот же вам помощь коллаген, который очень важен. Возможно, она, может, и не обследовалась, возможно, у нее просто вот коллаген уже уходит, понимаете, нет, у нее организм не вырабатывается, у нее просто волосы лезут, и все пучками, человек как бы вообще уже вот клочками, понимаете, там получается, там человек приходит одевать парики, а это жарко бывает, ходишь с ним, тоже устаешь, либо что-то на голову платок вешать, ну, вот понимаете, да, какая-то проблема. Поэтому волосы, конечно, надо обязательно беречь. Я очень долго тоже не могла отрастить волосы, я не знаю, что у меня происходило, у меня шапка росла, длина не росла. Вот шапка растет, длина, это было очень много лет, и вот только сейчас, как я стала ухаживать, как я стала смотреть, ходить к стилисту хорошему, у меня пошел рост волос, и я, конечно, еще хочу отрастить длиннее, укрепить, улучшить, чтобы это был хороший объем на голове, так сказать, мои волосы держались долго и могли, так сказать, прослужить мне на долгие годы. Вот, но я хочу вам показать. Опять-таки, помимо шампуня, как я сказала, у них очень хороший тритмент, который лечит, который залечивает, который впитывается. Вы можете делать маски, вы можете после мытья использовать в маске, вы можете на ночь делать маски, комбинировать и потом мывать. И все это будет приносить вам пользу. Значит, вот что у меня есть. Renew шампунь. Тот, который восстанавливает, укрепляет ваши волосы. Опять-таки, вы можете пройти на этот сайт. Вся информация у меня о всех продуктах будет на моем персональном сайте beautyforanyage.com. Проходите туда, читайте, смотрите. Всю информацию я буду давать. Вы просто можете пройти по линку и перейти в компанию, и посмотреть, и выбрать то, что будет подходить по вашему типу волос. Вот такой шампунь есть, который лечит, вылечивает, так сказать, восстанавливает структуру ваших волос. Затем у меня опять-таки все приходит в очень хороших баночках, все, так сказать, очень красиво оформлено. Дальше у меня есть вот такой Restore Leave-In кондиционер, то есть этот кондиционер я пользуюсь после мытья, когда я уже помыла, использовала шампунь, кондиционер, этот кондиционер, он, вы его просто смазываете, вся продукция очень концентрированная, буквально немножко вы можете положить на палец и все это впитывать по длине волос, вот, и вот этот кондиционер оставлять надо, оставлять, и потом уже до следующего мытья, то есть он будет действовать на протяжении всех этих дней до следующего вашего мытья. Волосы, кстати, выглядят очень свежие, очень хорошие, даже на третий, на четвертый день. Представляете, я раньше каждый день, ну, через день было, это самое большее. Сейчас я могу по 3-4 дня, и смотришь, волосы расчесываешь, они все это блестят и очень красивые. Потом у меня есть такая маска. Эта маска, она тоже, она увлажняет, наполняет и также лечит ваши волосы. Я ее использую один раз в неделю. Вот, ее достаточно, этой маски, использовать.
А следующий у меня есть вот такой комплекс, который, в общем-то, я использую постоянно, мою. Это Volumizing Review шампунь. То есть он очень хорошо и чистит, ну, моет ваши волосы, очищает их, и также дает объем. И к нему же такой же идет кондиционер. Кондиционер очень мягкой такой консистенции, вот, и делает очень мягкими и послушными ваши волосы. После чего, даже если вы мусс не накладываете, они, в общем-то, не намагничиваются, а очень послушные, очень мягкие. Вот такой вот у меня есть тритмент. И еще шампунь, тот, который вот у меня есть, это вообще-то мужской, это шампунь и кондиционер. Но я иногда им тоже мою волосы, и иногда я смешиваю вместе вот с этим шампунем. Немножко этого, немножко этого положу. Здесь очень хороший запах, такой, знаете, даже, не знаю, ментолой, что ли, чем-то пахнет. Он два в одном, так сказать, он и увлажняет, и очищает, и делает волосы, да, тонкие, оно наоборот наплотняет, уплотняет и придает объем, и как бы лечит. Вот это очень хороший благ, да, называется, шампунь и кондиционер два в одном. Он может и для женщин, и для мужчин использоваться, но во всем как-то так считается для мужчин, да, такая линия, но очень хороший, очень. Вот, и следующее, что у меня есть, это уже я использую после мытья. Вот такой вот, понимаете, то есть я говорю, помимо вы делаете сначала очищение, маску делаете, и также вы можете затем использовать, это Air Dry Cream, да, это после мытья, для тех, кто, допустим, не хочет феном сушить, не хочет каким-то образом портить, а просто вот помыл, и вы хотите, чтобы он потом расчесывался, мягкий становился, это вот этот крем. Очень концентрированная продукция, буквально совсем чуть-чуть вы можете на руки. Самое главное, потереть, вот это вот надо как правильно использовать, потереть между ладошками и потом по всей длине проходить вот этими средствами. Затем мне есть Blowout Cream, да, он дает, значит, объем. Вот, дает, он, в общем-то, построен на натуральном, как бы, кофе, и ведь Revigenue, у них вот самая главная эта продукция основана на Revigenue, это такое масло, oil, да, вот, сейчас я, кстати, хочу зачитать, это blend из 13 и даже больше натуральных blend and essential oils, да, которые богаты омегой, кислотами, антиоксидантом, и который дает очень хороший и объем для вас и лечит ваши волосы, и который именно он совмещен вот с нашим натуральным маслом, да, нашей кожи, нашего тела, вот, и в комбинации дает просто шикарный результат, и вся ихняя продукция именно основана на этом Revigenue, да, вот этого масла. Масло это просто бомбическое, вот, оно просто шикарное, его совсем вот буквально чуть-чуть, его можно и на волосы, и на скин ложить, оно просто вот это масло уникальное. Вот я с собой сейчас не взяла, но я совсем недавно давала пост, рассказывала, следите за постами за вами, просмотрите предыдущее видео, где я показывала это масло. Оно очень красивой обработки, оформление и вообще просто шикарное масло. Вот. И еще есть такой крем для кюр, для кудрявых волос, да, оно как бы тоже, если у вас есть кудри и вам трудно потом их расчесывать, вы просто после мытья тоже используете вот этот крем. Также его потрете, наносите, и ваши кудри, они потом всегда пышные, свежие получаются, так сказать, наполненные и держатся, да, вот можно сделать мокрый эффект, можно сделать, можно потом очень хорошо расчесываются, они потом обладают хорошим, как бы, таким эффектом. Вот, поэтому это вот я вам сейчас показала то, что есть у меня, опять-таки, очень много я буду выдавать, отдельно рассказывать, отдельно продукты все буду выставлять на свой персональный сайт Beautiful Any Age, проходите, следите и смотрите. Но надо, конечно, зайти на компанию, подписаться, линки у меня будут стоять все, и посмотрите, очень много продукции, очень много хороших вот серий, вот этих линий шампуней, вы сможете подобрать то, что вам нужно, то, что вам подойдет. Вот, я очень довольна, волосы мягкие, пушистые, я стала минимизировать вообще, использовать hair spray, хотя я беру с этой же компании и мусс, и спрей, чтобы я пользовалась одной компанией, вижу уже рост, хотя я пользуюсь, но буквально 2 недели. Вижу рост, мягкость, эластичность, волосы хорошо расчесываются, укладываются хорошо и держатся потом в течение долгого времени.
Так что, дорогие мои, проходите на мой персональный сайт Beautiful Any Age, оставайтесь со мной, следите за своими волосами, пусть они долго у вас сохранятся, вот, ухаживайте за ними, и они вам, конечно, обязательно будут возвращать, так сказать, весь объем, качество, и ваши волосы будут очень красивые, наполненные, вот, и вы будете, когда ходить, я вот всегда мечтала, когда я смотрела по телевизору, когда женщина просто вот повернется, и у нее эти волосы развиваются, они такие вот уже прям, вот я вот смотрю, уже на них блеск, вот я вот накрутилась, да, сделала кудрявые волосы, вот, но у них такой блеск, понимаете, какая-то, какие-то видно, что они здоровые, насыщенные, крепкие, вот, я хочу очень отрастить еще, сделать длиннее волосы, к сожалению, мы это в молодости не понимали, когда-то я очень хотела постричь волосы, вот, и с тех пор потом мне очень трудно было отрастить. Вообще, волосы – это наше богатство. Для любой женщины волосы – это красота. Поэтому всем желаю красоты, здоровья на долгие-долгие годы. Пока-пока!